Здравствуйте. Веду экстренный репортаж, прям можно сказать, со своего дома. Вот здесь живу. И как сейчас пожарные приехали. Горит, точнее уже даже сгорела подстанция наша, которая вырабатывает свет. Свет в доме нет. Все в истерике. Сейчас попробуем что-нибудь узнать. Может быть, врубят свет, надеюсь, хотя бы. Смотрите, как тут все серьезно, даже скорая приехала. Вон МЧС. Сейчас попробую зайти, короче, с другой стороны, с противоположной. Ну, насколько это позволит. Да, такая жара, короче. Плохо видно. Сейчас поближе. Вот тут вот. Вот этот, короче, трансформаторная будка загорелась. Хер его знает, это дадут теперь, блядь, электроэнергию. Ладно, хоть пожара нет, видимо. Видимости пожара, по крайней мере. Потушили, значит. А, вон, вижу, да, вон горит. Горит, сволочь, а блядь. Он, ну, дымится. Китайская. Обалдеть, никогда не видел такую маленькую. Пойдем. Куда? Куда ты был? А зачем? Интересно, Юрий. Думаешь, если для нас не пустят там стоять? Это дядя тут стоит, и ему ничего не говорят. Ладно, тогда все. Надо, короче, председателю позвонить, ТСЖ, Антону Овсенко. Может, ключи у него, я не знаю, ключи от трансформаторной будки у кого. Но пока что-то спасатели, пока что-то не взламывают. Ждут, наверное, того человека, у кого ключ. Они что, пены собираются по ходу дела херачить? Нет никого вообще.
красного. Я сейчас отключусь. Сейчас, когда они будут тушить, тогда включим камеру. Чудеса, блядь, монтажа. Не прошло и 3 месяцев, как нужный электрик тут как тут. Интересно, они пеной будут хуярить? О, сейчас все-таки, да. И более такой ракурс. Подтянули шланг. Шланг подтянули. С двух сторон зашли. Вот сейчас очень хорошо видно, что с двух сторон, то есть две двери открыли. Сейчас будут ебашить пеной, водой. Ну, в общем, чем-то, что должно залить эту херню. Вот и тут открыли среднюю дверь. Не зря, не зря. Даром я тут стоял. Будут заливать. Один, второе. Третье, короче, полетело. Третий. Ну как или второй, я плохо вижу. Трансформатор полетел. Совещание пожарников. Че, ни хера ничего не сделать? Че, нельзя? Че, свет не дадут? Все, сворачивают шланг. Походу тел нет. Точно, точно, сворачивают шланг, короче. О, даже заливка не потребовалась. Ты смотри. Еще кто-то едут.
А, снимают третий все-таки, да, я так и думал, третий трансформатор снимают. И какой там под номером? Ой, ебать. Вы видите сами. Сгорело просто нахер все. Я такой думаю, думал, сейчас такой пеной будут все заливать, все хуй. Нет, но от этого свет так просто не дадут. Сейчас, сейчас пожарка сдаст назад. Все, сваливают, короче. Вот тебе и пожар. Валят нахер. Надо такие. Не знаю, где развернется так. О, кстати, электрики еще второй трансформатор. Ну, вторую часть трансформатора снимают. Под номером 6. Да, под номером 6. Значит, шестую часть. А вот и основные силы подтянулись, чтобы у нас свет в домах был. А что, они заперли, что ли? Ладно, то все, уезжают. Все, бай-бай. Главное, две машины стянули. И ни хера ничего. В основном работают эти люди. Нет, круче. Обалдеть, провода сгорели. Провода сгорели. Как это они сгорели? Раз, просто сгорело, все. Свет не будет, никакого инстаграма там и прочих. Нет. Пока не починят. Нет. Ужасно. Конечно, ужасно. Но это у некоторых не будет. А если тут такие олигаричные ключи, то все починится? Нет. Там провода сгорели, не будет. И папы тоже не будет. Вся спецтехника съебалась нахрен, остались только те,
кто непосредственно электропроводкой занимаются. Меня тоже сняли? Конечно, как ты хотел. Я что, весь интернет попаду? Как это горело? А где пожарные? Уехали уже. Вон, видишь, пожарную машину? Вон и уехали уже. А почему? Потому что уже потушили. Там уже горело? Там что, горело что-то? Там правда горело? Дымилось. Дым, полдым. А, я тут живу, вот в соседнем доме, да, у нас просто свет пропал. В нашей стране может быть все. Это в нашей может быть все, что угодно, в любой момент включается свет. Ну, если свет есть, тут сейчас ремонт идет. Включаем чаще всего. У тебя свет, Надо вы починить, это очень долго будет. Нет, наверное, просто переключили что-то. Там был черный или белый? В смысле? Черный? Да хер его знает. Какая маленькая камера. А сколько камера стоит? 5000. Да блин, такая маленькая. А вот они уезжают, покидают нас. То что приехали, не тушили, ни хера ничего. Просто постояли, посмотрели, пока электрики не приехали. И все. Вот так вот работает доблестная МЧС. Я думал со всей серьезностью, что начнут там развертывать эти пожарные гигранты. В общем, эти пожарные шланги и т.д. и т.п. Все, работа завершена. Да. Угу. Да, моя очередь. Я тебе столько воды дал. Вода! Погнали! Где она? Я забыл. Уйди. Нет, электрики вообще молодцы. Электрики молодцы, а пожарники, что-то я их покрутились тут, посмотрели и все, и уехали. Работают. Вообще мой батя пожарник такой же тоже, блин. Что-то там копошится, что-то делает, а ничего ни хрена. В смысле, я сам не знаю, я только к концу происшествия спустился. Для всего я сразу снимаю, для всего, для ВКонтакта, для всего, для Инстаграма, в общем, для всех соцсетей. Ну ладно. Да? Даже мои друзья попали в сеть. Твои друзья, которые вот тут, на велике? Да. Да, я вообще-то, честно, ЧП просто снимал, а не тебе лично. Ты уж тут сам подмазался.
Умар его угнал. Ну, спасибо. Спасибо, что дали. Блогер. Он